известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться. Выходы в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Я приветствую всех наших телезрителей, нашего телевизионного канала NEFS TV. В эфире совершенно новая рубрика, новая телевизионная передача «Съедобное колдовство». Съедобное колдовство. В наш век, век, я бы сказал, где царствует состыковка всех наук, всех религий, всех магий, всех уровней колдовства, все состыковывается как бы в единое целое. И вот в наш век, где наконец-таки появилась в своем размахе, может, еще не совсем в полномасштабном, но уже в размахе квантовая физика, мы все больше убеждаемся в том, что мысль человеческая может управлять материальными предметами конкретными, материализовывать или дематериализовывать что-то. Вот я сейчас в этой связи вспоминаю, у меня учился один соученик, где-то вот он под Краснодаром жил, как бы не в Славянске, на Кубани, или в Абинске, вот сейчас не помню, по-моему, в Абинске. Вот, и позанимавшись у меня, он стал изготавливать, ну вот у него было хобби такое, стал изготавливать некие талисманы. Хотя он зарабатывал неплохо, он был фермер и выращивал цыплят, у него птицефабрика своя была. Но вот у него хобби вот такое энергетическое появилось, он изготавливал талисманы. Он брал магнитик, обычный магнитик, кусочек вот такой, как от маленького моторчика, да, на 3,5 вольта который. Вот, и как-то его шлифовал там долго, это он мне все рассказывал, технологию. И в это время он думал о том, что этот магнитик будет лечить желудок, то есть любые заболевания желудочно-кишечного тракта. И вот он его шлифовал и каждый раз вкладывал туда часами эту энергию своей мысли, целебную силу приобретал этот магнитик. Он же намагничивался, да? Ну, как бы сознание магнит, он притягивает. И вот он намагничивал своими мыслями. И потом припаивал цепочку, ушко делал, да? И давал больному человеку. И что вы думаете, через 3 дня магнит чернел, а болезнь проходила. То есть желудок выздоравливал человека. Вот такие интересные вещи. Но он целый месяц шлифовал по несколько часов, там, по часу. Ну, как-то вот как свободное время было, так он делал. Эксперименты разные вот на сегодня есть в этой связи, что вот мысли материально, да. Ну, вот обычные весы, на эти весы, большие такие весы, да, ставят кресло, сажают человека. Это вот уже, как говорится, ученые эксперименты. Сажают в кресло человека и говорят, думай, представляй себе, воображай, что ты в открытом космосе, что ты в невесомости. И этот человек начинает думать так, и конкретно реальные весы показывают, что он весит там, ну, всего, скажем, 16 килограмм вместо там 70 или 80. Можете себе представить, да? Насколько мысль материально может менять конфигурации материальные, то есть конкретные весы, которые, ну, как бы стабильно гравитационные и не могут ошибаться, оказывается, могут менять свое мировоззрение, то есть на них влияет мировоззрение человека. Сами понимаете, вот наша передача сегодняшняя, почему я такое вот вступление сделал, наша сегодняшняя передача «Съедобное колдовство» направлена на то, что рецепты, которые будут вам предлагаться, уважаемые телезрители, на приготовление, они будут особо осмыслены. На протяжении всех последующих передач каждый рецепт я энергетически заряжаю. Не просто вот вы будете делать его, и он уже работает, но еще и я подключаю каждый рецепт, его изготовление, каждое блюдо, которое вы даже будете изготавливать, к нашему огромному эгрегору. А эгрегор нашего учения, он огромен. Он огромен. Художественный фильм «Сказка любви» смотрел и смотрят миллионы зрителей по всему миру. Сколько посвящений на Шамбалу было, и в интернете, и живьем я обучил тысячи людей. И вообще, сколько книг было издано, и изучено, и прочитано, и освоено людьми. У нас огромный эгрегор, сильнейший эгрегор, который даже потепление на Земле организовал.
Вот. И квантовый календарь подарил человечеству. Так что вот внимательно слушайте эту передачу, и вы увидите, что приготавливая какое-то блюдо по рецепту, предложенному в этой передаче ее ведущими, вы будете удивляться потом, когда вы будете кушать или кому-то давать кушать, что вот какой смысл заложен в этот рецепт, в это блюдо, в его изготовление, то потом в жизни у вас и будет получаться. Скажем, блинчики не простые, а вот с какими-то там еще прибамбасами энергетическими, с какими-то там, значит, до посылами, до игрываниями. И вдруг эти обычные, казалось бы, на взгляд, блинчики начинают сближать двух людей в миропонимании. Они начинают дружить или, наоборот, расстаются навсегда. То есть вот наша передача направлена на то, чтобы вы, уважаемые телезрители, научились приготавливать пищу не просто так. Ну, я думаю, не секрет ведь, что даже вот просто вы борщ дома готовите, если вы во злобном настроении готовите, то и злобный борщ у вас будет. И у вас так и будет по кругу скандалы по жизни, в семье там какие-то проблемы постоянно, или заболеть может кто-то. То есть вот даже готовить борщ, обычный суп там и еще что-то, ну вот надо же с любовью, правильно? Это же везде говорят все великие учителя мира сего. Так вот наша передача «Съедобное колдовство» направлена непосредственно на вот такое доброкачественное пачкание, то есть магнитирование блюда под особым смыслом, под особой шубой, будем говорить. Есть селедка в шубе, а это вот каждое блюдо в особой магической шубе будет. И вы будете его приготавливать по-особому, там будут такие механизмы. Плюс оно будет подключено к эгрегору огромного нашего учения «Логика предметно-беспредметных островов». И, естественно, ваши руки еще золотые и энергетические, насколько вы сильны, тоже будут давать туда поток смысловой энергии. И это блюдо будет менять вашу жизнь. То есть каждое блюдо, каждый рецепт, который будет в этой передаче «Съедобное колдовство», будет менять вашу жизнь. Передачу ведут супруги Велини и Мирослава. Замечательные, интересные люди. Оба учились у меня, мои соученики. Я думаю, что они вам понравятся. И вот вы знаете, что мне нравится в их поведении. Я уже посмотрел первую передачу, самым первым посмотрел. Что мне нравится в их поведении. Вот Мирослава, она как-то очень скромно энергетически себя ведет. И это чувствуется, и это приятно, потому что она не мешает телезрителю, даже в глаза лишний раз не посмотрит телезрителю, не мешает телезрителю понять все, осмыслить и вобрать энергетический потенциал блюда, правильно рецепт воспринявши. Так вот, Велиний тоже очень мягко, сердечно, с любовью ведет передачу. В этой вот первой передаче мы представляем три рецепта. Но я думаю, что со временем мы будем представлять по одному рецепту, по одному блюду. Но если у вас какие-то будут пожелания, уважаемые телезрители, вы можете в комментариях на Ютубе, в моем блоге и просто письма писать мне на моем сайте всеслав.ру, в как галочка, с как доллар пишется латинскими буквами. Вот. И пишите, пожалуйста, стройте эту передачу, что вам нужно, в каком направлении блюдо вам приготовить, какой рецепт вам необходим. Мы будем подготавливать передачу и помогать вам. Даже можете присылать свои какие-то случаи, какие-то трагедии или, наоборот, достижения. И мы будем их обдумывать новыми рецептами и помогать вам восстанавливать что-то в этом мире. И здоровье, и работу, и отношения. То есть вы можете написать, допустим, нам, что у вас там что-то случилось дома несусветное, там ребенок не слушается или как-то еще какие-то. Вот, ну, опишите случаи, мы прям будем в эфире зачитывать их. И мы постараемся выпустить новое блюдо, именно чтобы вам помочь. И на примере этого блюда поможем еще огромному количеству других людей. То есть описывайте свои ситуации, присылайте, и мы можем построить таким образом передачу, что в начале передачи, допустим, я буду зачитывать какие-то ваши письма, отвечать на ваши вопросы, а Велини с Мирославой будут представлять новое блюдо, которое вам поможет. Ну что ж, не судите строго, это самая первая передача «Съедобное колдовство». Я передаю слово Велинию и Мирославе.
Добрый день, уважаемые наши телезрители! Мы рады впервые приветствовать вас на нашей волшебной кухне. Да-да, вы услышали все очень верно. Наша кухня, она волшебная, потому что мы будем с помощью определенных действий и определенных правильно уложенных мыслей готовить очень необычные блюда. То есть мы с вами вместе будем колдовать. И сегодня мы приготовим интересные блюда, которые будут направлены на гармонизацию отношений. Отношения с определенными людьми. Ну, естественно, предметами. Ну и третье блюдо, которое нам наколдовал Велений. Ну, это будет мой салатик, фирменный мой рецепт, я бы так сказал. Он будет направлен на гармонизацию отношений с флорой и фауной. Итак, давайте с вами приступим к приготовлению нашего первого с вами блюда. Ручки чешутся. А у меня уже животик чешется. Хочется покушать. Давай. Итак, мы с вами сейчас начинаем готовить первое наше блюдо. Оно называется солнечный зайчик. Это блюдо по рецепту Всеслава Сова. Сейчас вы видите необходимые продукты. Смотрите, в плане ингредиентов это блюдо довольно-таки простое. Нам понадобится всего-навсего 50 грамм сливочного масла, 100 грамм твердого сыра, 3 яйца и 50 грамм изюма. Ну и я бы еще сказал, нужно добавить 300 грамм волшебства. 300 грамм волшебства? Да, именно 300 грамм. Вот ты видишь, предоставила продукты. Я приблизительно прикидываю так, что здесь получается около 300 грамм. Но... я уже поняла. Ну, видишь, ты догадалась. Да, действительно, у нас на передаче необычная. И, естественно, нужно добавить сюда колдовство. Ну, добавляй. Хорошо, я добавляю. Ух! Так, давай с тобой мы начнем распределять обязанности. Ты, наверное, пока что разогревай сковородочку и растапливай на нее масло. А я займусь сживанием яичек. Хорошо, давай. Масло у нас совсем уже растаяло. Давай, быстренько подходи сюда, пожалуйста, и натирай мне сыр. Так, давай. Я буду натирать сыр. Наверное, натру на этой терочке. Знаете, я очень часто замечаю, даже когда, бывает, прихожу к одному и тому же человеку, у одного очень вкусно получаются блюда какие-то, а у другого человека наоборот. Как-то не получается и даже по вкусу не очень. Хоть и по ощущениям. Да. Хотя вот продукты, они получаются одинаковые. То есть бывает так, что как бы один рецепт, но разные люди готовят. И у каждого по-разному. Понимаете, здесь-то тоже есть одна интересная тайна, с чем это связано. Я думаю, вы сами уже начинали замечать, что все зависит от того, как человек относится непосредственно к самому процессу приготовления блюда. Конечно, здесь есть еще и много других разных таинств, которые мы будем постепенно в процессе наших передач вам раскрывать. Вот. Да, кстати, это еще относится точно так же и к любому ресторану или кафе. Я думаю, вы тоже это все замечали, что везде все по-разному. Сырок у нас потаял, может уже стоит добавить яйца. Так. И изюминка нашего блюда.
прямом смысле. Давай, я тебе помогу. Аромат отличный. Рекомендую. Блюдо «Солнечный зайчик». Обязательно хочу обратить ваше внимание на то, что это блюдо ни в коем случае нельзя есть с помидорами. А с чем же тогда его можно кушать? С редисом, с хлебом. И хорошо бы было запивать его горячей сладкой водой. Как ты думаешь? Я уже понял. Ну, блюдо же называется «Солнечный зайчик», и оно направлено на гармонизацию отношений. Значит, и теплая и чистая вода – это для чистоты и теплоты отношений. И сладости. И сладости, точно. Я понял теперь. Хорошо, давай с тобой водичку выпьем и будем с тобой пробовать это блюдо. И еще, вы должны запомнить, что это блюдо нужно кушать натощак или же задолго до сна. Ну, как минимум за час. И съесть его надо обязательно все. Если эта порция покажется вам слишком большой, ее можно уменьшить пропорционально. Если же вам мало, вы не наедитесь, тогда увеличьте количество продуктов. Еще дополню, что если как вдруг кто-то из вас остался слегка голодным, вы можете еще что-то съесть, но не раньше, чем через 15 минут. То есть смешивать это блюдо нельзя ни в коем случае, ни с чем. Ты знаешь, да, названные продукты, только вот все это, они друг друга взаимодополняют. Я думаю, у нас с тобой сегодня первое блюдо получилось очень вкусное. И хотелось бы, чтобы ты взял меня в свои помощники официально. Берешь, да? Ну все. Волшебство первое у нас состоялось. Да. С чем я тебя и поздравляю. Спасибо. И тебя поздравляю. Спасибо. Да, так что еще можете даже отметить для себя. Это и гармонизация отношений, и укрепление отношений. Поэтому желаю вам хороших отношений со всеми вашими близкими и родными вам людьми. Приятного аппетита! Итак, наши уважаемые телезрители, мы с вами продолжаем приготовление блюд для гармонизации отношений. И сейчас у нас будет второе блюдо, оно называется... Корзинки счастья. Да, это блюдо нам предоставила Мирославка, то есть она его придумала. Вот. Ну, я, естественно, хочу уточнить, а почему именно корзинка счастья? Ну, потому что корзинка – это предмет. Предмет нужно чем-то наполнить. Давай же наполним его вместе с тобой, с нашими любимыми телезрителями, гармонией и счастьем. Да, я, в принципе, думаю, я согласен, это достаточно интересный рецепт. Тем более, что сейчас мы будем с тобой готовить именно для гармонизации отношений с предметами. Да, каждый из вас может задумать, загадать себе предмет, с которым он хочет гармонизировать отношения. Это может быть автомобиль, холодильник, золотая цепочка, все что угодно, любимое платье. Для приготовления этого блюда нам понадобится мука. А сколько муки у нас здесь будет? 240 грамм, да? 240 грамм муки. Да. Разрыхлитель для теста. Угу, одна пачечка. Да. Яйцо. Одно. Волшебное. Да. Куриное. Солнечное. Солнечное, да. Масло, ветчина, твердый сыр. Немного чернослива и 200 грамм молочка. Коровича. Коровьего молока, да. Хорошо. Ну давай тогда, с чего начинаем? Рассказывай. Смотри, нам надо сделать такую штуку. Нам из этой муки нужно сделать масляную крошку.
Высыпаем муку, емкость побольше. Добавляем... Разрыхлитель. Разрыхлитель. Полностью всю пачку или чуть-чуть? Примерно, смотри, ложечку. Это пачка рассчитана, да? На полкилограмма. У нас чуть меньше, как раз половину. Половину, да? Мы добавляем ложечку. И чуть-чуть еще. Так, я думаю, достаточно. Все, хватит. Так. И сюда нам надо терочкой. Натереть масло, натереть, да? Натереть сливочное масло. Ясно. Интересно. 200 грамм молока. Я колдую. И 200 грамм молока. Колдуешь. Ты натираешь масочко, да? Наблюдай. И помогай. Своими мыслями. Знаете, я вот думаю, Мирослава уже сказала, что это у нас будет блюдо для гармонизации ваших отношений с предметами. Но вы же должны понимать, да, для чего именно нужно гармонизировать эти отношения. И я скажу вам так. Каждый предмет, он имеет вторичный беспредметный остров. То есть это такой остров, который копирует все, что находится вокруг предмета. И я думаю, вы уже начинаете понимать, что вокруг каждого предмета в любое какое-то конкретное время могут находиться какие-то положительные, другие предметы, какие-то отношения. Вот. И, соответственно, он это все в себя копирует, и предмет может быть как добрым, так и злым. Понятно, что в данной нашей кулинарной передаче мы не можем вам рассказать полностью все основы логики предметно-беспредметных островов. Для этого есть и книги Всеслава Соло, и передачи нашего телеканала. Вот вы посмотрите, я вам рекомендую обязательно посмотрите эти передачи, и вы станете намного лучше понимать, для чего вам необходимо гармонизировать ваши отношения с предметами. То есть для того, чтобы когда вы вступаете с ними в контакт, то есть, как сказала Мирослава, когда это могут быть любые предметы, это может быть стол, это может быть ваша техника, кухонная или бытовая техника, может быть автомобиль, стул, хоть что может быть. И если вы начали замечать, что у вас с каким-то конкретным предметом возникают конфликты, вы уже теперь начинаете догадываться, что вам необходимо, значит, тогда гармонизировать взаимоотношения. И вот именно сегодняшнее наше блюдо, оно вам и поможет провести эту гармонизацию. Ты знаешь, я думаю, все знакомы с таким понятием, как талисман. Ну да, талисман, это ведь тоже предмет, понимаете? Но предмет уже особый. Когда предмет какой-то приносит счастье, в то время как другой предмет приносит какие-то не совсем позитивные влияния. Да, да, я с тобой абсолютно согласен. И поэтому, как говорится, надо быть всегда внимательным и учиться замечать, какой предмет как влияет непосредственно на вас или на ваши взаимоотношения. Причем я лично из своей собственной практики могу сказать, что один и тот же предмет с одним человеком, он может вступать, как бы контактировать позитивно, находиться в позитивной логике взаимоотношений. А с другим человеком этот же предмет, он начинает конфликтовать. Или же еще такие даже ситуации бывают, да, вот у человека какие-то конфликты там с бытовой техникой, вот, ну не может там что-то, ну не знаю, там показывать какие-то ошибки, то друг, например, там жена перезвонила своему мужу, говорит там, слушай, техника не работает. Муж подходит, только он подошел к этой технике, вот, и она вдруг раз и заработала. Понимаете? То есть техника жену не любит, а мужа любит. Да, понимаете, вот в чем бывают какие особенности. Ты фиксируешь, кстати, что я делаю? Видишь? Я фиксирую, да, я делаю, видишь, я делаю это руками, потому что не использую никаких приспособлений. Ну я понял, и это ты образом, наполняешь, да, энергией. Я наполняю. Да, своей энергией мы наполняем дополнительное блюдо. Крошку, видишь, у меня такой песочек мучной получается. И, кстати, вот видите, даже уже в процессе сейчас приготовления, вам нужно в своем сознании обязательно держать какой предмет, вы хотите, ну, с каким предметом вы хотите гармонизировать свои отношения? Вот ты с каким предметом хочешь гармонизировать свои отношения? Может быть, с техникой? Да, с бытовой техникой. Для меня актуально было бы гармонизировать свои отношения с духовкой, чтобы у меня эти булочки вышли красивыми и румяными.
Ну да, в принципе, это я тоже думаю, очень важно. Это бы было в данный момент очень кстати. Актуально. А вы, я думаю, можете с любым другим, опять же, предметом. То есть это может быть даже и компьютер, вот, это может быть и, как я уже говорю, там автомобиль, да. Поэтому будьте внимательны и обязательно смотрите и наблюдайте, с какими предметами у вас конфликты, и вовремя гармонизируйте с ними отношения. Смотри, ты у меня занимаешься только рассуждениями, я бы хотела тебя занять какой-нибудь... Как ты занимаешься своей работой? Практической деятельностью. Ну давай. Порежь, пожалуйста, ветчину. Да, поможечек. С соломочкой. Ну давай. Соломочка. Я была бы тебе очень благодарна. Вот, как ты ножик. А ножичек я... так подавай, чтобы вот так всегда ручечкой я убрал и случайно не острием. Спасибо за замечание. Да. К сведению. Да, всегда берите ножик так вот, старайтесь брать за... Я натираю сюда с... За деревянную ручку. Так, соломкой подожди. А то сейчас тебе нарежу здесь такую соломку, которую ты потом заставишь меня съесть. Так, смотри, вот так вот я режу сначала так, да, а потом нарезаю соломочкой. Нарезаю просто. А, тебе кубиками, наверное, надо, да? Нет, мне надо соломка. Тебе нужна соломка. Хорошо, я нарезаю. Так. Работа кипит. Работа кипит. Ну и про предмет не забываем, да? То есть да. Ты знаешь, с чем ты гармонизируешь. Мы держим в своей голове предмет. Условно держим. Условно, да. Да, мы про него помним постоянно. Вот. Так, хорошо. Еще, значит, дальше теперь эту ветчину вот так вот, да, тебе нарезать? Да, пожалуйста, нарежь. Вот так, да? Угу. И можешь еще так? Разрезать. Пополам, так, да? Пополам. Хорошо. Ну, как это интересно все, приготовление. А еще интересней, когда это приготовление необычное, а потом еще результат. Когда можно это все взять и, да, со вкусом так, с ожиданием. Тебе же надо, да? Ты уже ждешь, я понял. Я что? Ты ждешь, ждешь, я понял. Тебе уже не терпится вот, гармонизировать свои отношения с духовкой, да. Духовкой, да. Так, да. А сюда выбиваю яичко. А духовка-то нас слышит? Духовка? Ну да. Будь сегодня нашим другом. У нее же шлиз, да, вторичный беспредметный остров. У нее есть, она все слышит. Так, ой, подожди, я тебе уже начал это, сейчас я это съем, значит. Вот так тебе резать, да? Да, 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 да. Так, ну, вот, замечательно. Можешь даже еще мельче. Так, и так, ну, да? Да, 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 да. Чтобы были такие небольшие кусочки. Ну, ветчины. Ни с того, ни с сего. Ветчина, это же счастье, правда? Ну да, если счастье. Вкусное, свежее. Вкусное, свежее. Все вкусное и свежее должно быть. Это же продукты. Да. А тем более, когда мы их... Не просто нарезаем. Так, ну давай. Получается, мы теперь ветчину добавляем сюда, в эту крошку, где уже добавлено яичко. Так, теперь на это... Хоть сыр у нас и соленый довольно-таки, но я думаю, не лишним будет добавить сюда щепоточку соли. Еще. Было бы неплохо добавить немного сахара. Молочком можем регулировать густоту нашего теста. Добавим больше, масса будет немного жиже. Вот и все. Тесто для булочек у нас готово. Смотри, тесто у нас уже готово. У нас есть вот такая формочка для кексов. Мы ее предварительно смазываем сливочным маслом, посыпаем мукой. Угу. Мы это уже все сделали. Да. Так, ясненько. Хорошо. Ну и я думаю, надо сказать тоже нашим телезрителям, что еще раз напомнить, что в процессе, когда вы замешиваете всю эту масляную крошку, да? Да. Правильно я сказал? Все называется? Тесто, да. Да, все это тесто, когда замешиваете, вы всегда... В этот момент в своих мыслях держите именно тот предмет, с которым вы хотите гармонизировать свои отношения. В данном случае мы держали духовку. Вы держите свой предмет. Да, но вы будете, естественно, какой-то свой предмет, с которым вам нужно дружить. Бери ложечку и помогай мне наполнять. Хорошо.
Так, значит, теперь мы ложечкой наполняем вот эти вот формочки. Нет, не доверху, потому что корзиночки, ну, у нас должны вырасти. Как наполню, так и съем. Опс. Так. Что смотреть? Я хочу кушать, не смотреть. Я уже насмотрелся. Сколько можно смотреть? Живот бурчит. Бурчит. Да. Бурчит, бурчит. А ну, давай. Горит желание. Горит желание, да. А духовка уже сама уже ждет, когда с ней мы подружимся. Так. Думаю, хватит. Хватит, да? Давай еще подварим. Ну, все. Ну, получается, у нас получилось где-то половина, да, половиночка, да, этой смеси на 6 таких. Смотри, вот еще какая фишечка. В каждую вот в эту емкость мы вставляем черносливник. Вставляем черносливник. А для чего, интересно? А угадай. Ты же у меня умненький, правда? Ну, я умненький, да. Сейчас постараюсь угадать. Но я так понимаю, если ты ставишь чернослив, значит, это своеобразный вторичный остров, да? Да. Предмета. Да. Понял. А все, что вокруг, ты же, получается, наполнила вот эту всю смесь любовью, да? И, ну, своеобразной гармонией. Да. И ты, получается, действительно вокруг вторичного острова наполнила все гармонией. И теперь, значит, предмет становится, даже если он был недобрым, или в каких-то конфликтах он становится добрым. Видишь, тебе даже не надо, да, ничего объяснять, ты все понимаешь. Ну, я люблю, когда мне объясняют. Так, значит, вот получилось красиво, да? Ну, пока что. Так, это я сделал так красиво, или ты, я не знаю. Вместе. Ну, хорошо, мы отправляем это все. Творчество. Смотрите, у нас есть, да, любимая наша духовка, с которой, да, мы хотим гармонизировать свои отношения. Да. Разогретая до 200 градусов. И мы отправляем наши кексики приблизительно минуты. Отправили. Хорошо. Все. Так, ну, любимая наша духовочка, покажи, что ты нам тут наколдовала и испекла. Смотрите, какая красота. Ничего себе. Я думаю, они уже готовы, и их можно... Вот такие у нас с вами получились булочки. Горячо. Давайте соберем это на тост. И вот такая красота у нас в итоге получилась. Да, как вы видите, все очень красиво. И теперь, если вы хотите сгармонизировать свои отношения с задуманным вами предметом, достаточно съесть вот эти вот сырные булочки. Как вы понимаете, кушать их лучше теплыми. Да, и если вы хотите, чтобы и ваши родные и близкие также находились в гармонии с задуманным вами предметом, вы можете их угостить вот такими вот сырными булочками. Тогда, как говорится, и у них все будет в порядке. Угощаю тебя. О, спасибо. И еще я бы хотел здесь добавить, что очень важно хотя бы несколько крошечек, чтобы вы оставили рядом с предметом, с которым вы гармонизируете ваши отношения, чтобы они там полежали 3 дня. Если вдруг вы не можете крошки оставить рядом с этим предметом, то есть, ну, он может быть на каком-то расстоянии от вас находится, тогда эти крошечки поставьте на видное место. И когда будете рядом проходить, вы всегда вспоминаете именно этот предмет и, скажем, предназначение этих крошек, что они непосредственно как бы ваша связь и гармонизация с этим предметом. Вот. По истечении 3 дней вы эти крошечки поставьте где-то на улицу так, чтобы птички могли их скушать. Ну вот, в принципе, как говорится, это и есть основная рекомендация. Смотрите, я хочу еще сказать такой важный момент. Знать о том, что вы гармонизируете отношения с каким-то определенным задуманным вами предметом, не обязательно никому из посторонних людей. Не повредит лишь, если вы расскажете об этом людям, с которыми вы будете есть эти самые булочки. Вот так вот. Так что, видите, здесь есть еще одно правило. Да? Да. То есть, раз вы их кушаете и вы гармонизируете отношения, поэтому держите это все в тайне. Это будет и ваша колдовская тайна. Приятного аппетита. Я помогу тебе скушать, потому что я тоже хочу гармонизации отношений с духовочкой.
Вот. Ну, как вы видите, да, все очень красиво, румяная такая золотистая корочка. Ну, уже все работает. Наша духовка уже с нами дружит, как вы видите. Поэтому желаю и вам, чтобы предметы с вами дружили, и вы с ними дружили. Дай кусочек. Дай. Я предлагаю нам перейти к процессу приготовления третьего блюда. Велимий, ты как его автор, пожалуйста, расскажи нам о нем. Я начну с того, что это у нас будет салатик, и называется он «С легкой руки». Ну, более-менее название понятно, но все же, я думаю, имеет смысл немного его пояснить. Я думаю, что да. Нужно здесь сказать хотя бы несколько слов. Понимаете, этот салатик у нас направлен на гармонизацию отношений с флорой и фауной. И я думаю, особенно людям, которые занимаются садоводством, известно такое понятие, как легкая и тяжелая рука. Легкая рука – это, наверное, когда тыкнешь в землю какой-нибудь сухой прутик, а из него вырастет прекрасное дерево. Да? Да, да, это, как говорится, одна из возможностей. То есть вы, если вы скушаете этот салатик, сможете легко посадить рассаду или же пересадить ее, вот, или же какие-то семена в землю, и у вас будет хороший урожай. Также вы будете, я так понимаю, дружить с животными, да? Да, и с животными будете дружить. Ну и вообще, в принципе, это же направлено на гармонизацию, то есть с природой. Возможно, бывают такие ситуации, знаете, когда люди почувствовали, что, ну, не знаю, у них какие-то отношения неправильные там с природой, даже бывает с животными, может быть, даже с домашними животными. И можно использовать это блюдо. Ну смотри, я вижу, у нас тут на столе ингредиенты, я так, ну, рассматриваю, смотрю, у нас тут есть стакан риса. Да, значит, риса у нас понимаю, получается будет 250 грамм риса. Кукуруза. Кукуруза, ну здесь баночка кукурузы, да, консервированная, 300 грамм ориентировочно. Такое замечательное яблочко. Да, яблочко красивое. Перепелиные яички. И здесь у нас будет 12 штук. То есть 12 штучек перепелиных яичек. Такой небольшой качанчик капусты. Капусты, да. Ну, сразу же опять же скажу, у нас с этой капусты нам как бы не весь качан нужно будет, а только листья. То есть мы потом дальше объясним, где мы эти листья будем использовать в салате. Да, ржаной хлебчик у нас получается. Здесь где-то будет тоже 200 грамм. И майонез. Да, нежирный майонез тоже 200 грамм. То есть это у нас набор продуктов, которые мы используем для приготовления нашего салата с легкой руки. Ну, как бы вижу, связь с флорой и фауной прослеживается. Вот рис, ну, рис, наверное, как бы олицетворяет некую плодородность, что-то такое, ну, да? Ну, в принципе, да, все совершенно верно, потому что, вы понимаете, салат у нас непростой. Соответственно, и продукты, хотя они и простые, но, опять же, они подобраны мной с определенным смыслом. Вот Мирославка сказала, действительно, рис – это плодородие, кукуруза – это я, как бы, у меня ассоциация с определенным солнечным настроением, и погодой благоприятной для урожайности, как бы здесь, можно сказать, прежде всего, да. И яблоко тоже, видите, связь с урожайностью. Перепелиные яйца, ну, это понятно, как бы, да, с фауной связь, так как у нас же все-таки с птичками, животными, то есть гармонизация отношений. Также капустку, наверное, любят хрумать некоторые животные. И не только животные, некоторые люди любят хрумать капусточку. Но в данном случае у нас капуста олицетворяет защиту, как многослойную защиту, да? Вот. Хлеб у нас это будет связь с землей. Ну, а майонез – это у нас просто как компонент дополняющий, связывающий. Кстати, майонез же состоит из яиц и масла. Да. Поэтому, как говорится, он тоже в кассу в этом рецепте. Так вот, я предлагаю Мирославке сейчас отварить перепелиные яйца, да, и рис. А я пока что займусь нарезанием хлебчика. Ничего себе, какой канал. Ну, конечно, ну так почему? Безапелляционный тон. Ну хорошо, слушай. Рецепт мой, поэтому... Пошла отварить.
подпрыгивать. Хорошо, давай, я пока хлебчик нарежу. Хлеб мы с вами нарезаем вот такими вот кусочками, то есть мы сначала нарезали его ломтиками, а сейчас их, вот эти вот ломтики, на три кусочка делим. То есть вот так вот, здесь вот образно, да, говорят, вот сейчас я в стороночку отберу, чтобы вы поняли. Так, вот такие приблизительно кусочки. Вот. Хлеб нужно подсушить или на сковородке, или в духовке. Мы сегодня с Мирославкой в процессе приготовления этого блюда его будем сушить все-таки в духовке. Все, пусть наш хлеб подсыхает, сушится, а мы тем временем будем дальше готовить наш салат. Смотри, дорогой Евгений, мне кажется, я качественно справилась с твоим заданием. Вот, спасибо за дорогой. В каком плане, дорогой? Все плавно. Хорошо. Вот вареные яички. Можешь продолжить. Ну давай, значит, я тогда продолжаю творчество, дорогое творчество по очистке яичек, этих вот перепелиных. Мне ты доверишь почистить? Доверяю. Да, значит, яблоко нужно почистить от кожуры и нарезать тоже, ну, небольшими такими кубиками. Хорошо. Да? Ну, давай. Я буду очень стараться. Старайся. Я постараюсь. Вуаля. Как же быстро. Давай, я тебе помогу. Давай, помогай. Итак, может, давай уже приступим к сборке этого салатика. Хорошо, значит, мы приступаем к сборке этого салатика. Так, я возьму досточку и пока что перепелиные яички разрежу пополам. Так, только вот надо их пополам вот так вот резать, чтобы внутри желточек оставался. Я добавляю вот сюда кукурузку, да, я так понимаю? Да. Ты курируешь немного процесс? Ну, добавляй кукурузку. То есть рис, кукурузу и яблочко, которое яблоко порезанное, мы перемешиваем. То есть, ну, я думаю, получится перемешать аккуратно. Mm-hmm. И потом выкладываем на тарелочку. Смотри, майонез надо сейчас заправлять, или когда уже просто сверху полить? Ну, если получится, конечно, желательно сейчас майонезом заправить. В принципе, я думаю, получится. Оно даст немножко усадку, тогда будет легче мешать. Оно свяжет майонез это все, и тогда получится усадка будет нормально. Я вижу, ты отделил уже листья капусточки. Да, листья капусточки я отделил. Мы их ставим по центру тарелочки. Совершенно верно. Наполняем салатиком. Делаешь все правильно. Как тебе получилось? Правильно. Так. Так. Вот. Посыпаете сухариками по бокам. Можете выложить вот так вот сухариками. Творчески, как говорится, беспорядок. Может так сверху? Можете и сверху, можете и сбоку. Вот так вот снизу выложить. Я стараюсь. Ну вот. Вот получается, видите, как бы два вида салатика. Ну, конечно, Мирославка выложила, я согласен. Красота. Ну, я же девочка. Да. Хорошо, вот наш салатик. Значит, опять же, салатик нужно скушать, ну, желательно не полностью, то есть, ну, не сразу же, естественно, то есть, получается, порция-то достаточно большая, вот. И все, кто этот салатик будет кушать, у них точно так же будет наступать гармонизация взаимоотношений, правильно? Да. Да. И гармонизация отношений как с деревьями, с растениями, с животными. Применяйте, налаживайте понимание, и пусть в вашей жизни все будет хорошо. Удачи вам. До следующего выпуска. Мира и добра. Мира и добра.